Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вот только что мне сын написал СМС, что уже лето, и народ ходит в шортах. И мы с вами все ближе и ближе, глубже и глубже углубляемся в свою физическую форму. То есть за лето мы должны как можно больше взять для себя всего. Это и питание, и воздух, и прогулки, и купание, и озера, и реки. Все, что хотите, только делайте для своего тела, чтобы ваше тело как можно больше расслабилось и получило удовольствие от жизни, несмотря ни на что. Сегодня вашему вниманию я предлагаю такую же тему для нашего физического тела. Тема Марты «Окно в новый мир. Кожное дыхание». Отец Абсолют, практики, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами о вашем отношении к своему телу в этот ответственный для вас период перехода из одного измерения в другое. Я вижу, что многие из вас настолько сосредоточились на духовных и энергетических практиках, что почти забыли о работе со своим физическим телом. На самом деле, все должно идти параллельно, поскольку ваше тело испытывает сейчас непомерные для него нагрузки, связанные с тем, что оно постоянно пропускает через себя энергии очень высоких вибраций. И ему необходимо уделять сейчас не меньше времени, чем духовной стороне вашей жизни. Являясь самым плотным, ваше физическое тело не может с той же легкостью, как, например, ваше будхическое или атмическое тела, пропускать через себя эти непривычные для него энергии. Поэтому вам нужно ему помочь. Мы с вами уже много говорили о том, что вам следует поменять отношение к своему питанию, постепенно переходя на продукты растительного происхождения. И я вижу, что многие из вас прислушались к этому совету. Но теперь пришло время оказать дополнительную помощь вашему физическому телу, чтобы очистить его не только изнутри, но и снаружи. Для начала вам нужно научиться энергетически расширять поры своей кожи, для того, чтобы она легче пропускала высоковибрационные энергии, что будет способствовать постепенному разрежению вашего физического тела. Вот как вы можете это сделать. В медитативном состоянии постарайтесь представить себе поверхность вашей кожи в виде сеточки. И затем мысленно начните увеличивать объем ее ячеек и наблюдайте своим внутренним взором за тем, как расширяются эти ячейки, поры вашей кожи. Вполне возможно, вы ощутите это энергетически в виде едва уловимого движения на поверхности вашей кожи, либо легкого покалывания. А кто-то может почувствовать, как его физическое тело расширяется, увеличиваясь в объеме. На самом деле, так оно и есть. Такая визуализация мощно воздействует прежде всего на ваше эфирное тело, которое начинает расширяться, тем самым провоцируя расширение и своего физического двойника. После того, как вы закрепите эти ощущения во время своих медитаций, постарайтесь сделать эту практику как можно чаще уже в рабочем режиме, то есть в любое время и в любом месте. Когда ваши мысли свободны от забот и обстоятельств и позволяют вам сосредоточиться на себе любимом. И, конечно, всегда призывайте на помощь своих небесных помощников, которые будут регулировать поток высоковибрационных энергий таким образом, чтобы ваше физическое тело не испытывало дискомфорта, а получало энергии тех вибраций, которые необходимы именно вам, именно сейчас. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Кожное дыхание».
маленькое дополнение. Дорогие друзья, чтобы эта практика кожное дыхание у вас прошла на ура, вам необходимо очистить вашу кожу. Это может быть сода обычная, вместе с хозяйственным мылом, соду, и очищаете свои верхние эпителии. Это может быть скраб для тела, солевой или любой другой с алоем. Посмотрите, какой вам ближе подходит именно для вас. И это также может быть сегодня солнечная ванна рано с утра. Это может быть на каком-то своем участке, или это может быть где-то на балконе, или это может быть где-то на лесной территории. В общем, если есть настрой начать это делать, то все средства хороши, которые вам уже близки и понятны. Опыт у нас у всех очень большой.